Добрый вечер. 7 февраля 2024 года. И мы оказались в ресторанах Тропикана. Вы здесь уже были? Вместе шоу. Сегодня собрался народ. Шикарный зал. Вам уже знакомы. Здесь танцевало шоу. И вот наши ребята. О май гад, кого я вижу? Наташенька, Наташенька. Володя, подожди, а что ты так уплетаешь с аппетитом? Что у вас сегодня? Говорят, что борщ. Борщ у нас сегодня. Вы заказали борщ? Борщ. В американском круизном лайнере. Да. Norwegian Getaway. Зоя, как борщ? Покажи пальчиком. Улыбнись. Вот это да. Слушай, а борщ настоящий со сметаной. А где сметана осталась? И вот сметана есть. Ну, это по заказу. Это нам сделал филиппинский повар. Ни у кого нет сегодня борща, а у нас есть. Смотри, как они рубают за две щеки. А где наша бутылка? А когда бутылку принесут? Когда мы покушаем? Ну, хорошо. Борщу вино не идет. Неважно. Ну хорошо. Ну хорошо, спасибо за внимание. А какой борщ, а какая красота. Вы первый раз кушаете борщ на круизном лайнере? Да, первый да. раз. Первый раз. Ну все. Все бывает первый раз. Ну вот такой вот ужин. Я не знаю, что будет на второе, но на первое борщ, по-моему, мы будем уже сыты. Хорошо, всего доброго. Хорошего вечера, будьте все здоровы, мирного неба, и чтобы все плавали, извиняюсь, ходили на круизах и получали удовольствие, и ели русский борщ. Ча-ча-ча.